Канал КентОПК представляет сериал под названием «Запретная зона». На дворе был 2025 год. Шла Третья мировая война. В ходе войны было использовано запрещенное оружие, в связи с которым люди начинали превращаться в зомби. Что со мной произошло? Где я? Я ничего не помню. Почему у меня в руках нож? О нет, что же случилось? Где все? Где люди? Есть кто живой? О, стоять! О, я думал, ты зомби. Ильич, а что такое? Почему я зомби? Что не случилось? Знаю. Я не знаю. Короче, случилось что-то ужасное. Походу, началась Третья мировая война, и кто-то применил биологическое оружие, и люди стали становиться зомби. Я еле спасся. У тебя есть оружие? Блин, это ужасно. Да. Дай оружие. Вот. Держи. О, спасибо. Ну что, я думаю, что нам стоит куда-то запрятаться, потому что зомби нас могут достать. Ильич, куда нам стоит запрятаться? Я думаю, нам нужно залезть на этот ящик, зомби на нас не достанут на нём. Это точно надежное место? Да стопудово, я прятался, короче, в городе от зомби, так. Ильич, куда нам стоит запрятаться? Так, иди за мной, я тут видел отличное место. Самое главное, чтобы зомби на нас не напали, пока мы еще не подготовлены, потому что они могут нас убить. Кстати, расскажи, а как ты выжил? Ну, короче, я сижу такой, телек смотрю, да. И тут, короче, такой резкий хлопок. Зомби были на улице. В общем, я взял оружие, некоторые припасы и незаметно выскочил из дома и пошел сюда. Ильич, я слышу эти страшные звуки. Мне кажется, что зомби скоро будут рядом. Ильич, если я умру, пожалуйста, позаботься о моей семье. Окей, если она только зомби не стала. Я слышу эти звуки, они все громче и громче. Смотри туда, оттуда идет.